Мы представляем вам новейшую инновационную разработку, первый российский хирургический стимулятор с тактильной обратной связью «Асклепия». Это действительно первая разработка подобного рода, которая позволяет реалистично симулировать взаимодействие с тканями при работе с ними. Этот стимулятор позволяет проводить виртуальные операции на ухе, при этом обеспечивать обучающимся хорошее тактильное ощущение. Моделями для построения височной кости служат томограммы высокого разрешения. Симулятор позволяет обучающимся видеть изображение височной кости высокого качества, рассматривать ее с разных ракурсов, приближать или отдалять это изображение. Виртуальная бор-машина позволяет удалять костные структуры, и при этом создаются ощущения, такие же, как при работе реальной бор-машиной, то есть тангенциальное ускорение, биение, изменение ощущений при работе борами разного диаметра, а также борами с твердосплавными наконечниками или алмазными. Я считаю, что подобная хирургическая виртуальная система, симулятор с тактильной обратной связью, имеет большое будущее, и он очень необходим для обучения студентов, а также врачей ФПК. Сложно представить себе в настоящее время подобное устройство или программу, которая обеспечивает столь ясное изображение сложной структуры височной кости и одновременно позволяет проводить виртуальную операцию с хорошими тактильными ощущениями. Этот симулятор дает многое. Для меня полезными оказались знания пространственной анатомии уха о различных вариантах его строения. Все это представлено здесь в виде томограмм различных больных. Я могу прооперировать здесь как простой, хорошо пневматизированный сосцевидный отросток, так и выбрать для себя задание посложнее – склеротический сосцевидный отросток у больных хроническим гнойным средним отитом или, например, больных с предлежанием сигмовидного синуса или средней черепной ямки. Кроме того, здесь можно научиться еще и обращению с бор-машиной. Она ведет себя так же, как и реальная – трясется, бьет и отскакивает. Все это позволяет отработать навыки хирургии уха более реально и точно. Этот симулятор позволяет почувствовать особенности работы бор-машины. Он дает почти полное ощущение от работы с бор-машиной по кости. Также здесь представлены различные варианты анатомии височной кости. Я могу попробовать прооперировать любые из этих вариантов. Это дает мне новые знания об особенности анатомии височной кости и структур среднего уха, их пространственное расположение и о том, как взаимодействовать с ними в ходе операции на ухе. Все, что происходит, я вижу в трехмерном виде, почти как в микроскопе на настоящей операции. В этом симуляторе я вижу достаточно реалистичное изображение височной кости, которое получено с томограммой реального пациента, и я могу проводить операции над ней в виртуальной реальности с правом на ошибку, с бесконечное число раз, в отличие от секционных занятий и муляжей.
Изображение достаточно хорошего качества, похоже на то, что мы видим в микроскопе при операции на ухе. Кроме этого, я могу оперировать бормашиной, и все ощущения от нее достаточно похожи на обычную бормашину. В этом симуляторе я могу не только рассматривать различные средства томограмм, я могу виртуально прооперировать любого больного, чью компьютерную томограмму я имею. При этом я не просто делаю какие-нибудь движения мышью. Нет, у меня в руках бормашина, и я могу чувствовать ей все малейшие детали кости, а нажав педаль, достаточно реалистично удалять участки кости, породя таким образом оперативное вмешательство на ухе. Трехмерное изображение высокого качества помогает мне понять пространственное расположение структур среднего уха. В целом, этот симулятор дает гораздо больше, чем секция одной или нескольких височных костей. Мы можем увидеть любые варианты анатомии уха, прооперировать их и по нескольку раз каждый.